Всем привет, Леврана на связи, и сегодня у нас третий обзор Экобэг. Сегодня я расскажу вам, что было в сентябрьской сумке. Я хочу начать сегодняшний обзор с благодарности, сказать спасибо за то, что вы выбираете Экобэг. В последнее время я все чаще вижу по городу прекрасных женщин и мужчин с нашими сумками-шоперами. В общем, огромное спасибо. Ну что, перейдем к обзору? И вот я уже готова достать первый продукт. Сейчас узнаем, что это будет. Итак, это сыворотка Refresh. Расскажу вкратце о сыворотке Refresh, для чего она и почему она в Экобэг. Кстати, напоминаю, все продукты в Экобэг сентябрь были исключительно женские. Вот. Собственно, перейдем к сыворотке. В общем, она в нашей фирменной крафтовой упаковке. Внутри она в таком флакончике с пипеткой, очень удобно пользоваться. Почему Refresh такая классная? Сыворотка оказывает мгновенный результат, то есть вы практически после первого применения видите улучшение на коже. Идеально выравнивает микрорельеф, она подходит для кожи с акне, с постакне, то есть она убирает воспаление, покраснение. Сыворотку мы используем исключительно вечером, перед сном. Утром вы просыпаетесь и уже можете наблюдать заметные улучшения. Поэтому для тех, кто не пробовал продукт Refresh, я настоятельно рекомендую, продукт супер. Итак, я достаю второй продукт из Экобэг. И это у нас пенка детокс. Совсем недавно мы выпустили мини-версии наших популярных пенок для умывания. У нас есть три пенки, это пенка Detox, Aqua, а также пенка SOS для проблемной кожи. В Экобэг сентябрь мы положили пенку Detox. Прекрасная пенка для умывания, для очищения вашей кожи, очень удобно брать с собой за счет того, что она такая компактная, здесь 60 мл, но хватает, кстати, ее достаточно на долгий период времени. Отлично смывает макияж, очищает кожу, питает, не сушит. Пенка оказывает антибактериальное действие, сужает поры и также помогает в борьбе с акне. По использованию все просто, встряхиваем флакончик, выдавливаем пенку, наносим на влажную кожу и вуаля. Я достаю третий продукт. Это у нас янтарный скраб для губ и кокосовое масло. Это не просто продукт, это продукт-любимчик. Сейчас я вам покажу, что в этой коробочке. Расскажу, для чего и как этим пользоваться. В общем, смотрите, здесь получается янтарный скраб для губ. Мы наносим его на губы такими массирующими движениями, скрабирующими, скатывающими. Массируем, значит, оставляем на пару минут. Затем удаляем влажной салфеткой или просто теплой водичкой. И наносим кокосовое масло. Органическое, такой приятный, еле-еле ощутимый ароматик кокоса. То есть не ядреный ни в коем случае, так как продукт полностью натуральный, органический. Наносим на губы. Губы просто мгновенно становятся увлажненными, за счет того, что вы их скрабировали, они даже такие немножечко пухленькие. Очень компактные упаковочки, удобно брать с собой, поместится в любую, даже самую маленькую сумочку. В общем, янтарь плюс кокос равно соблазнительные губы. Итак, мы переходим к четвертому продукту, и сейчас мы узнаем, что это. Это кофейный скраб. Как же здорово с утра выпить чашечку кофе, а затем воспользоваться нашим кофейным скрабом. Он действительно имеет такой мягкий кофейный аромат. При соприкосновении с водой скраб превращается в очень нежное молочко, поэтому процедура по уходу за кожей, именно само скрабирование, превращается просто в самое настоящее удовольствие, потому что оно очень такая прям приятная консистенция. Пользуемся скрабом мы раз в неделю или по мере необходимости. Про свойства скраба. Улучшает кровообращение, улучшает цвет лица, а также делает лицо более отдохнувшим. Итак, переходим к пятому продукту. И это у нас маска для волос «Прованские травы». Маска для волос «Прованские травы» питает волосы, придает им естественный блеск. За счет того, что у нас в составе маски есть репейное масло,
Естественно, это ускоряет рост волос, препятствует их выпадению, укрепляет волосяную луковицу. Если говорить о применении, все достаточно просто. Вы наносите на влажные волосы по всей длине маску, оставляете примерно на час. Если у вас не так много времени, можно поменьше, но рекомендованное время — это, как правило, часик. В общем, ходите с масочкой, далее смываете теплой водой и пользуйтесь, как обычно, своими привычными шампунем и кондиционером. Маска «Прованские травы» в Экобэк «Сентябрь». Шестой продукт на подходе. Сейчас мы узнаем, что это. Это шот. Шот от «Биотека». Из чего состоит данный шот? В состав включен имбирь, экстракт вишни, а также сок алоэ вера. То есть продукт полностью натуральный, не содержит сахара, не содержит ГМО, никаких красителей. Для чего вообще необходимо принимать растительные натуральные шоты, особенно в осеннее время? В первую очередь для улучшения иммунитета, для нормализации сна, для повышения общих внутренних сил организма. Также шоты можно использовать перед тренировкой или после тренировки, если вы чувствуете, что вы разболелись. Хорошо. В общем, будьте здоровы, пейте имбирные шоты. Помимо вишни, да, здесь получается имбирь и вишня, у нас также есть шоты с яблоком, шоты с куркумой, шоты с гранатом. В общем, пробуйте все и выбирайте свой вкус-любимчик. Переходим к седьмому продукту. И это у нас гидролат розы. Для чего же нужны гидролаты? В первую очередь, это уход за лицом и уход за волосами. Если говорить конкретно об этом продукте, да, гидролате розы, то это отличный уход за кожей вокруг глаз. То есть гидролат отлично снимает различные следы усталости, также избавляет от припухлости и от темных кругов под глазами. Как пользуемся? Для начала я просто покажу вам флакон. Да, вот такой удобный. С таким дозатором. То есть вам не обязательно использовать ватные диски. Я знаю, что многие их не любят, поэтому вы просто берете и распределяете по всему лицу. Да, то есть можно вот использовать для области вокруг глаз. Ждете, пока средство впитается. Собственно, все, вы прекрасны. Касаемо для волос, то же самое. Распределяете по всей длине, отличное увлажнение. Причем данный гидролат не обязательно использовать либо утром, либо вечером. Вы можете носить его с собой для того, чтобы освежать лицо в течение дня. Поэтому гидролат — это такая одна из таких нужных вещей, которая всегда должна быть с вами. И еще один плюс данного гидролата — это прекрасный аромат розы. Мы переходим к восьмому продукту. И это у нас сет жидких патчей 24/7. Что включает в себя набор жидких патчей 24/7? Жидкие патчи на каждый день, их здесь ровно 7 штук, каждый патч имеет разное действие. И сейчас я расскажу подробнее про каждый. Вскрываем эту красивую упаковку. Все очень просто. Так, ее откроем. И достаем наши патчи. Итак, первый патч называется Superwoman для супер-женщин. Питательные патчи для тех, у кого в запасе всего 20 минут. Наносим патчи, патчи являются несмываемыми и выглядим классно. Следующий патч. Так, это у нас такой красненький патч Автопати. Автопати, само название говорит за себя. Если вы всю ночь отплясывали, у вас был корпоратив, а утром рано надо куда-то срочно бежать, это ваше спасение. Жидкие патчи также наносим на область вокруг глаз, не смываем и бежим заниматься делами. Следующие патчи у нас Chill Out. Они у нас такие больше вечерние, для того, чтобы снять усталость, которая у вас накопилась за весь день после тяжелого трудового дня. Наносим вечером или наносим перед сном, также не смываем. В общем, Chill Out. Следующие патчи называются Light Side. Они у нас против темных кругов, поэтому если вдруг вы обнаружили у себя темные круги под глазами, это ваше спасение. Light Side. Итак, следующие патчи у нас Forever Young. Для тех, кому нужно сияние, кто хочет сиять с самого утра. Также патчи оказывают очень классный лифтинг эффект. Патчи Energy, такие у нас желтенькие. Это омолаживающие патчи. Пользуемся и предотвращаем появление мелких морщинок. Итак, переходим к последним патчам. Они называются Good Morning. Идеально для
для использования в утреннее время устраняют припухлость и отечность. А сейчас мое любимое – это бонусы. Помимо 8 полноразмерных продуктов, мы всегда кладем какие-нибудь мини-версии. И в этот раз это наши новые хайлайтеры, жидкие хайлайтеры. Итак, у нас здесь мини-версия серебряного хайлайтера, розового и золотого. А для чего нужны хайлайтеры? Для того, чтобы придать сияние вашей коже. У вас есть уникальная возможность попробовать все три хайлайтера и подобрать свой тон. На какие области мы используем хайлайтер? Мы используем, как правило, на область скул, для того, чтобы придать коже сияние. Также хайлайтер можно добавить в обычный крем для лица, можно добавить в крем для тела. Единственное, что вам нужно сделать, это определиться с цветом. Наш обзор подошел к концу. Напоминаю, у вас есть всего 2 дня, чтобы приобрести Экобэк Сентябрь. А с 1 октября мы начинаем старт продаж Экобэк Октябрь. Скажу по секрету, у нас нет определенной тематики Экобэк Октябрь. Поэтому у вас есть уникальная возможность в комментарии под этим постом написать ваши пожелания по наполнению октябрьского Экобэк. Ваши пожелания будут учтены. На сегодня у меня все. Следите за нашими обзорами. Всем пока!